Привет всем, меня зовут Дмитрий, мы с вами спустя столько времени снова видимся. Играем снова в Bakery Simulator, думаю, что сегодня пройдем с тобой пару квестов, ну не пару квестов, а пару дней получается, и на этом закончим. Видео сейчас будут выходить очень-очень-очень редко, как ты понял, и соответственно, ну ничего с этим сделать невозможно, потому что, во-первых, все-таки, наверное, это связано как-то с погодой и с некоторыми, все-таки не то что трудностями, но... Что такое? С какой-то заебистостью на работе, наверное. Я просто прихожу домой максимально опустошенный, сижу, просто в стенку смотрю, и у меня вообще нет никакого настроения записывать что-либо. Вот. И, наверное, я буду выкладывать видео, я как только так сразу, но... Но что-то, наверное, все-таки гораздо реже, чем хотелось бы. Я вчера хотел, короче, записать ролик. Сел записывать ролик. Ну и каким-то определенным образом... Что такое? Каким-то определенным образом у меня оказался в руках соловей. И тебе не кажется, нет, это реальный соловей. Вот такой я потом даже, наверное, в сообщество на Ютубе выложу фотку. Ты увидишь соловья. Да, я его вчера, представляешь, кормил с пинцетом. С пинцета. Определенной, короче, пищей. Засовывал в горло птенцу еду. Просто этот опыт ни с чем не сравнимый. Ты даже представить себе не можешь, как это странно и сложно. Мы с тобой выполнили все квесты в 5 минут Бейкери, вот этой вот, и максимально прокачали, так скажем... Все, что можно было получить, от них мы получили. Поэтому мы с тобой будем делать пончикового чувака. Соответственно, берем цельнозерновую муку. Миску цельнозерновую муку. 1 килограмм. 100 грамм. Раз, два, три. Воды 660. Нет. Вот так. Оливковое масло 88. Да кто ж так вымеряет? Никто ж так не делает на самом деле. Вот. Дрожжи 44. Пара-па-па-па-па. Это вот тут. Вот тут. Вот тут. Да. 44. Раз, два. Раз, два, три, четыре. И все равно пересыпать умудрился каким-то образом. 5 насыпал, видимо. 44 соли. Соль, она вот она. Так, так. Так, 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 так. Сахар 22. И все это пойдем мешать в миксере. Сейчас как намешаем. В принципе, ролики, знаешь, выходят сейчас медленно в большей степени из-за того, что какие-то, не знаю, непредвиденные обстоятельства случаются. Я как только сажусь что-то записывать, у меня что-то да происходит. Я не понимаю, как это связано вообще, но оно всегда так странно случается. Подожди, где? А, во. Оно всегда так странно и ни к чему происходит. Я вот там сел записывать, хренак, там, не знаю, душно. Душно стало в комнате. Я не знаю, у меня вот в комнате сейчас разогревается до 28 пока что. Кто заходит, точнее, кто состоит в беседе в ВК, знают, что у меня было тем летом не спиздеть бы 38 градусов. 38 градусов по Цельсию именно был у меня в комнате. Из-за этого тем летом вообще видосы абсолютно отсутствовали и не записывались. А этим летом будет, я думаю, то же самое, потому что, ну, блядь, ничего иначе-то не будет. Мне же булочки нужны, да? Я булочки делаю, верно, верно. 22 штуки. Я просто мог немножечко заговориться и перепутать рецепты, перепутать способ разделки всей этой лабуды. И сейчас мы будем с тобой переделывать, если я сделал что-то не так. Ну, уже поздно, как бы, поэтому ничего страшного не случится. Вот.
сейчас пока что 27-28, и я думаю, что... Я надеюсь на то, что это лето будет не такое жаркое, как то, и будет побольше дождичков, будет побольше все-таки какой-то, я не знаю, ветра, прохлады и всего того, о чем я тем летом очень сильно мечтал. Собственно, ну, остается только верить и надеяться, что выше 30, там, 32 у меня в комнате не будет. Тогда есть еще хоть какие-то шансы на то, что летом будут выходить ролики. Но я на это очень сильно надеюсь. Но, опять же, хочу сказать, это лишь надежды и какие-то всякие вот мечтания. На самом деле, мне кажется, ни хрена такого не будет. И будет достаточно жарко, и будет очень-очень-очень душно, и будет очень-очень влажно. И... Ну и как тем летом. Хоть и жарко, но... Но без роликов, но без видео. А потом я пока буду оклемываться, и глядишь, к октябрю ролики начнутся. А там, глядишь, и Новый год, опять ни к силу, ни городу их записывать. А потом опять после Нового года очухаюсь как раз только и начну записывать, а там уже опять лето. Да, как всегда, не знаю, как так в том году получилось, что я записывал их чаще весной. Но... А что такие странные булки-то? А почему нельзя поставить? Типа нет ничего у меня в руках, что... Ой, нет ничего в коробке, поэтому ничего ставить нельзя. Это странно и очень несправедливо. Вот. Я тем летом в марте очень-очень-очень активно выкладывал ролики, а сейчас я, видишь ли, по одному в день выкладываю. Было, конечно, у меня вот это вот пробуждение, и выкладывал я аж по целым... Да что ж такое? Не хватает, серьезно. 4 штучки не хватило. И выкладывал я аж по целых по 2 ролика в день. Но... Я понял, что в этом особого как смысла нет. И... Да и как бы, и, ну его нахрен, как говорится. Вот. А сейчас у меня в комнате я окошко открыл. Знаешь, ветерок на улице все-таки холодный, до сих пор северный. И... Ну, чуть-чуть продуло. На пару градусов сбило. А на стуле все-таки сидеть... Сейчас достаточно жарко, спина мокрая, но а что поделаешь. Так, положись на место. Да возьмись. Пойду наберу оставшиеся 4 булки. Так. Попьем с тобой водички и поедем сейчас развозить заказы. Когда у меня будет новая духовка, я не сильно понимаю. То есть, по идее, духовка должна тоже апгрейдиться каким-то образом. Но она здесь... То есть, улучшить объект, и она улучшена. А больше ничего нет. И как с этим быть, я не особо понимаю. Все. Ну и поехали. Направляйтесь в город. Соответственно, я же не буду без заказа, без своего выезжать в город. Для чего мне туда еще ехать, кроме как отдавать заказ? Постоянно вот эти дороги перекрытые меня расстраивают. То есть ты уже в голове себе маршрут построил, а потом выезжаешь и думаешь, блин, снова ремонт дороги. То есть вот здесь, вот смотри, спереди, справа перекрыли дорогу. И мне придется ехать вот на вот этом перекрестке направо. Да? Да. А вот здесь налево. Я думаю, тут можно срезать-то? Можно, конечно. А бачки сбиваются? Бачки не сбиваются. Потерял сейчас с тобой только время. Секунд 10. Это не за мной, это просто так. Ну и прям поедем, потому что это пункт назначения, короче, в конце слева. Мне в любом случае вон туда нужно. Да? Да, туда, я даже тебе показываю правильно. Да что ж такое-то? Показываю тебе даже правильно, что мне нужно вот в ту сторону.
Вон зелененьким светится. А, это просто звуки игры. Я думал, рядом со мной едет какая-то полицейская машина. Доставить. $432 мне упало. И прокачал 12 уровня. Donut Dude. Короче, мы с тобой сейчас вкачали 4, осталось 5 и 6. Давай, короче. Так, мука. Мука. 3 заказа в день, снижает стоимость ингредиентов. Новые стили в режиме персонализации. Пончик с сюрпризом, пончик, масло, аппарат для пончиков 300 к объему миски. Короче, чуть-чуть да мы прокачались. Правильно? Правильно. Мы сейчас с тобой на прокач... Опа, подносики упали. Куда я пошел? Тут же можно добавлять какие-то ингредиенты, вот эти секретные, которые нигде не указаны, и за это получать какие-то плюшки. Помнишь, мы с тобой читали? И как бы в каком этапе, это непонятно. А, наверное, просто в конце. Давай попробуем добавить сейчас. Деревенский хлеб. Да, Donut Dude. Нажимаем с тобой на деревенский хлеб и пошли за миской. Пошли за миской, 2 литра воды почти. Так, и 120 получается. Раз. Ну что это такое-то? Ай-яй-яй. Вот, вот так. А, 1,90... Вот так. Отлично. Теперь точно так. Теперь точно столько, сколько нужно. Ржаная мука. А где она? А, вот ржаная мука. На нее смотрю, стою и не понимаю, где она. Раз, два, три... 4 и двадцаточками высосать. Вот. Закваска хлебная нужна мне. Вот эта вот бутылка посередине, которая стоит. 900. Раз, два, три. Пшеничной муки 960. Раз, два, три. 4. Чего? А в смысле? Миски не хватает? Серьезно, что ли? $660. Короче, мне 300 еще пшеничной муки. Соль 72 грамма. Вот это сейчас было неожиданно, очень неожиданно. Это кунжут. Мне кунжут-то не нужен, мне нужны семечки. Семечки. Это шоколад. Какао. Дрожжи, разрыхлители. Мука. Соль. Во! Подсолнечные семечки. 240 грамм. 240. Кладем это все туда же. Во. Почему неизвестно-то? Ты знаешь все, что я тут наложил. Просто это немножко не сразу было внутрь положено. Так. Ты серьезно? Ты дурак? А почему ты... Я не пойму. То есть... Блять. Так у меня миски такой огромной нет. Давай посмотрим, что у нас там есть. Персонализация. Предупредить о задержке. Экономия.
прогресс. Хер с ним с прогрессом. Прогресс, ладно, продукты для выпечки. Это ладно, но миску-то мне где еще одну найти? Это что было сейчас? Почему я добавить в миксер не могу ничего? И оно снова, кстати, не смешанное. Ты видишь, подсолнечные семечки 0 грамм. Вот и все. Короче, это какая-то ерунда. Дайте мне вот это вот. Соль 0. А что, нельзя что ли? Серьезно? Ну-ка, а вот так. Опа, блять. А вот так можно. Серьезно что ли? Зато тут у нас мука осталась. А тут деревенский хлеб. Хуйня какая-то получилась. Серьезно. Я даже не знаю, как это иначе еще назвать. Да в смысле, бляха-муха? Там этого не хватает, здесь того не хватает. О! Здесь нормальный деревенский хлеб. Ну и тут получается тоже нормальный деревенский хлеб, блядь. Что здесь не так-то? Две миски деревенского хлеба. Все. Так, едем. Куда мы едем-то? Мне 6 хлебов надо помешать, а потом в эту... В херобурину вот в эту наложить надо. Так, где здесь? Куда надо положить? Вот сюда. Раз. Два. Три. Четыре. Пять, говорю. Шесть. Раз. Все, кончился, блядь. Кончилась миска, горит. Едем дальше. Все. Наверное, да, наверное, все. Наверное, хорошо. Так, я что-то потемнел немножко, да? Хотя фонарь горит, ни хера себе, и оттуда солнце светит. Что-то я потемнел так внезапненько потемнел. Так, возьмем. Пойдем. Раз, два, три. Да зачем садишься? Опа. 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 Раз, два, три. Ну и все. Пошел запекаться деревенский хлеб. Я не знаю, что получится сейчас. Да хотя ничего там сверхъестественного получиться и не может. Потому что я все-таки деревенский хлеб пек. И должен был получиться деревенский хлеб. Просто получился он или не получился. Хотя он написан, что деревенский хлеб. Значит, он получился. Значит, все хорошо. Долго он печется очень. Минуту целую, ты представляешь? Минуту деревенский хлеб печется. Какой резкий переход музыки. Так, это что такое? Улучшить объект. Что-то как будто прям не особо получился он. Хотя, думаю, никто не жаловаться не будет. Поехали. Отправиться в город. Думаю, сейчас у нас с тобой все получится. Нас с тобой поблагодарят. Потому что, ну, блядь, мы старались вообще-то. Мы старались с тобой очень-очень-очень активно. Вроде как мне в ту же самую сторону. То есть я сейчас просто в конец уеду, давай, сразу. Да? Да. Просто в конец и налево. Ой, блин. Жарко. Жарко, очень жарко, понимаешь? Хотел кондиционер купить.
Но меня задушила жаба, ты представляешь? Я думаю, хрен с ним с установкой. То есть у меня просто проблематично достаточно установить его из-за того, что... Ну, мне некуда его особо тут вешать. У меня все-таки, как вы и знаете, частный дом, и поэтому не особо выходит. У меня тут крыша мансардная, то есть комната мансардная. И повесить кондер, у меня здесь везде склоны одни на потолке. Тут, ну, не получается по-человечески повесить. И, по идее, я такой думаю, да хер с ним. Хер с этой установкой, давай куплю стационарный. У меня в офисе стоит стационарный... Нихуя себе, смотри, гонщик. А чё, как вы быстрее меня-то гоните? Врезался. Вот, думаю, стационарный куплю, хер с ним. Я знаю, что он шумит, я знаю, что он не особо прям хорошо работает, так как, ну, хотелось бы, конечно. Но мне бы его за глаза хватило. Мне нужно на пару градусов сбить температуру и просто освежить воздух. Вот. Счет 97%, ну и хуй на него. Вот. И, короче, так он стоит... Как обычный, только еще и с установкой. Он стоит по 35 косарей. Я такой, ебать его колотить. Вы серьезно, вы такие цены называете? Я что вам, миллионер здесь? И, короче, да, вот так вот получается. Представляешь, такие цены на кондиционер. И я решил, что я куплю себе за 2000 вентилятор. Буду мучиться, конечно, но меня хотя бы будет это обдувать. Аппарат для пончиков, ура. Аппарат для пончиков, это, конечно, очень здорово, но мне бы хотелось какую-нибудь очень блатную печку, потому что вот эта печка старая, она мне уже заколебала. Так, четверочку. Не, мне базовые стены... Мне стены, мне ваши не нужны стены. Вот. Смотри, он... Вот, на печку наводит... О, нет, это стена получается тогда, да? Да, это стена, это дверь, это, блядь... Это вообще, в принципе, все персонализация. Он не дает ничего с печкой сделать. Улучшить объект. Куплено. А я хочу не старую духовку, я хочу классную духовку, чтобы она горела прям только так. Продолжить. Давай третий день сделал. Опачки, Джинджер Хаус. Джинджер Хаус, это здорово, конечно, но нет. Мы с тобой вот, 48 маффинов для читмила сделаем. Да, вкачаем его и все. Муки нужно побольше. 1,2 кг. Цельнозерновой, хочу заметить. Это вот это вот. 96 грамм. Нет, давай молока 480. Йогурта 240. А где мне йогурт взять? Опа-на, вот он. 240 йогурта. 240 миллилитров яиц. Это 4 вот таких яйца. Хорошо. 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 Лучше не придумаешь. Дрожжи 96 грамм. Дрожжи. 96 грамм, это сколько получается? Это вот так. Вот так, вот так, вот так и вот так. И, собственно, сахара 96. Погоди, у меня 95. Вот, все. И это все мешаем. Кстати, мешается достаточно быстро. А тут мешать нужно сколько? А, 30 секунд, ничего себе. Ты смотри, у меня не рисуется шкала. Шкала не рисовалась, я, короче, по звуку не особо понимаю. И сейчас не рисуется шкала. Ну и хер на нее. Так, мешаем, потом, собственно, разливаем по формочкам. Так, здесь в одной 6 штук. 6 штук, а мне нужно 48. 48 на 6, 7, 8, 6, 8, 48, 8 штуков надо. 2, 3, 4. Так, каждую еще нужно вклеить, бумажную, карту вот эту вот, херовинку.
дабы не прилипало к форме наше изделие. И... Хотя оно и так, блядь, не прилипнет, оно же из фольги. Вот это я сейчас накликаю. Будешь слушать мои эти... Звуки мышки. Угу. А на один поднос, скорее всего, помещается 3 штуки, да? Ну да, конечно, кто бы мог подумать. Ну давай тогда... Пускай оно жарится пока что. А сколько оно жарится, кстати? Быстро, нет? Да, слушай, оно достаточно... Блин, там еще и температуру же надо было соблюсти. Раз, два, три. А что, нельзя? Можно. Да что такое-то? Там уже приготовилось, скорее всего. Нужно идти вытаскивать. Да, и даже подгорело. Ну, если подгорело, считай, приготовилось. Едем дальше. Хорошо. Так, так, так. Тик, тик, тик. Получается что? Получается, хватает. Ну, положи. А как нажать, как сделать так, чтобы температура была чуть ниже? Ёб твою мать. А мне пониже можно? А ниже нельзя? Серьезно? Ну а как пониже-то сделать? Сейчас я вот так вот... Блин, я хочу очень посмотреть, как... Блин, просто дыма больше, да, выходит? Да ни хрена больше не выходит ничего. Ну и хрен на него, нельзя, походу, здесь температуру никакую это регулировать. Пускай жарится. Пока разложу очередную порцию и пойду как раз залью, вытащу. Новый положу испекаться, запекаться. Ну, в принципе, ничего нового. Ничего сверхсложного в этом нет. Кстати, можно было сэкономить на этой ерунде. Можно было не покупать обязательно 6 штук. 8, точнее. Да выбрось ты, ёб твою мать. А, я же уже открыл. Че, я переживаю. Так, эту возьми, тоже положи. Ну, а это снова запекаем. И ждем, ждем теперь, пока испечется, и поедем отвозить. Так, собственно, нужно нажать вот сюда вот, нужно нажать продукты для выпечки, заказать все и купить. Попьем водички. Вот у нас уже серия к 20. Точнее, не к 28, а к 30 минутам приближается. И, соответственно, мы с тобой сейчас полчасика поиграли. И все, и закончим. Правильно? Правильно. Правильно, а как иначе-то? Сорок восемь. Почему так положилось? А, потому что криворукий какой-то. Почему он так кладет? Я хочу вот так положить. Блять, все через жопу. Ладно, поехали. Поехали отвозить заказ. Направляйтесь в город. Тоже туда же. Правильно? Правильно. Так. Блять, перекрыли прям в самом конце. Короче, раз, два, на второй улице налево. А это вторая улица-то? Или это не вторая улица, или это я сейчас напутал? Не, это правильно все. А в конце на... А в конце прямо, просто еду прямо до конца. И сейчас в бочину впишутся, да? Нет, я смог увильнуть.
увернуться, так сказать, от наступающей опасности. Да. Ой, душновато, душновато, аж рука к столу прилипла, ты не представляешь, как здесь душно. Здесь прям, знаешь, так вот, как под крышей, как на чердак залезаешь, вот вот так же, только здесь пахнет приятно, на чердаках обычно не особо пахнет приятно. Вот залезаешь вот в сарай, например, на, ну, под крышу, там жарко, там душно. Вот здесь точно так же. Не очень хочется кондер, но я категорически жлоблюсь на него и... Ну, правда, это тяжело, это, блядь, потратить столько денег на кондер, это ужас. Товарищи полицейские здесь, кстати, смотри, как долго отдыхают. Я уже третий день, езжу, а они еще здесь. 100%, хотя не сгорели, все равно им без разницы. Все, они приняли. 13 уровень, мы с тобой до 14-го чуть-чуточку дэшечку не довезли. Но зато у нас данет дюд прокачан до... Вот, до мгновенной доставки муки. О, что такое? Тыквенные семечки добавились. У нас бабушкина булочка, увеличенная форма для маффинов. Наконец-то, елки-палки. Пойдем посмотрим увеличенную форму для маффинов и на этом закончим. Потому что уже полчаса целых мы с тобой играем. Так, подносы все попадали. На увеличенную форму для маффинов она должна быть где-то здесь. Нет? Нет. А где? Нету ее здесь. Формовщик теста, делитель. Я, кстати, так и не положил секретный ингредиент. Аппарат для пончиков. Здесь есть только аппарат для пончиков. Улучшить. Куплено, куплено. Увеличенный противень для маффинов. Будет на 14 уровне. А нам дэшечку прям не хватило до 14 уровня. Обидно, досадно, но ладно. Мы с тобой на этом заканчиваем. Спасибо большое за просмотр. Обязательно ставь комментарии, пиши лайки. Мы с тобой увидимся в скором очень времени, я надеюсь. И всем удачи и всем пока.